На сцену поднимаются студенты Анапского филиала Сочинского государственного университета. Гордость региона. Это многократные чемпионы Европы и России по различным видам спорта. Молодежь, которая решила свою жизнь посвятить науке. Победители научных конференций, а также волонтерских работ. Студенческие творческие коллективы. Неоднократные лауреаты краевых и всероссийских конкурсов и фестивалей. Университет выпускает квалифицированных специалистов. Они успешно вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Анапы. Приятно осознавать, что на территории города из небольшого, когда-то провинциального представительства сегодня живет полной жизнью очень значимый, очень дорогой для города научно-образовательный центр, который выпускает достойных профессионалов в своей отрасли. С юбилейным днем рождения Анапский филиал поздравил и мэр Анапы, отметив в Твиттере. За эти 15 лет работы Анапский филиал Сочинского государственного университета стал крупным научно-образовательным центром с курортной направленностью. Большинство городских мероприятий проводится при участии студентов Сочинского государственного университета. Сотни выпускников трудятся на предприятиях Анапы и всего побережья. Мощный профессорско-преподавательский состав вносит свою лепту в развитие Анапы, готовя первоклассных специалистов для курортной сферы. За заслуги в педагогической деятельности и подготовку кадров в курортной отрасли лучшие педагоги вуза были удостоены почетной грамоты главы города. Ну, вот мы и пришли к этому дню, когда мы вступили в подростковый возраст. Такой зрелый подростковый возраст. Надеюсь, что будем взрослеть и дальше вместе с вами, дорогие друзья. Надеюсь, что студенты будут прославлять наш университет, а выпускники гордятся тем, что учились в университете. Более 200 студентов-волонтеров получили приглашение для участия в Олимпиаде в Сочи. Многие юноши и девушки прошли практику в образовательных центрах Германии, Австрии, США, Испании, Италии и Греции. Поэтому поздравить филиал с юбилеем прибыли и иностранные гости. Генеральный консул Турецкой республики Бести Пехливан Сун и торговый атташе Акан Пакбеше. Теплые слова поздравлений прозвучали и от коллег университета имени Михаила Шолохова. Мы с вами коллеги. Очень приятно находиться рядом с вами. Очень приятно вместе с вами работать. Мы с вами коллеги, но не конкуренты. Потому что мне кажется, что нам с вами удалось сохранить добрые, теплые отношения. Удалось сохранить хорошие отношения между нашими преподавателями, между нашими коллективами и между нашими студентами. Торжество продолжил праздничный концерт с участием студентов Анапского филиала. Надо отметить, что за 15 лет работы вуз выпустил большое количество специалистов, которые нашли себя в ресторанном и гостиничном бизнесе, трудятся в санаторно-курортных комплексах Краснодарского края, России и городах Европы. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион.